На часах 15.00 остановка «Колос». Горожане, жалующиеся на большой интервал движения 82-го автобуса, находятся в томительном ожидании общественного транспорта вместе с нашей съемочной группой. В 13.35 долгожданный маршрут наконец-таки подъезжает. Водитель уверяет, что работает строго по графику. Расстояние между автобусами составляет не более 8 минут. 8 минут? А сейчас же прошло уже 17. Как? Мой передний уехал же. Как? Передний недавно же уехал. Вот вы приехали через 18 минут. Не может быть. А это остановка старый автовокзал. Сюда мы тоже приехали по просьбе горожан. Сотни пассажиров, таких как Турайлапа, вынуждены ежедневно добираться на маршруте 17. Женщина говорит, что его приходится ждать в течение часа. Я засекла время. Сижу здесь уже минут 40. А мне еще ехать обратно. Вы представляете, как добираются школьники после второй смены? Автобусов-то в это время вообще нет. В Акимате Шымкента о проблеме знают и даже обещают решить вопрос до конца этого года. 17-й автобус. Вот недавно была просьба со стороны жителей, чтобы 17-й автобус ездил до 72-й школы. Так бы маршрут немножко так поменять. Из-за этого, наверное, есть, да, факт, что автобус задерживается местами. Но раз есть жалоба, мы обязаны реагировать и будем реагировать. И в случае выявления недостатков мы обязательно это исправим. А 82-й автобус, он, в принципе, один из хороших автобусов в городе, который ездит. Таких жалоб до этого не было, но мы обязательно это выявим, если есть. Не только на большой интервал движения общественного транспорта жалуются жители Шымкента, но и на манеру вождения водителей. Колосы, постоянный бардак, там гоняют их. Что вот потом на республике этот институт, остановка технологический в эту сторону. Тоже вот так вот подъедет, вот так встанет, а там рядом перекресток, и вот вечный бардак у них там. И на многих остановках вот так по центру, кошмарно. Шымкентцы готовят коллективную жалобу на недобросовестных водителей общественного транспорта. В ней они просят начальника местной полиции и акима Шымкента вмешаться в ситуацию и навести порядок с пассажироперевозками. Шудин Саидов, Константин Исупов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».